здесь он еще спереди. Также нога обрабатывается. И тут что хорошо, ускоряется лимфодренаж за счет того, что нам помогает гравитация. Опа! И мы гоним все от конечностей к центру организма. Вот, доводим ножку до здорового румянца. Тогда она будет делать, работать внутри под кожей. Чуть-чуть побольнее, конечно. Кайфуешь? Ты кайфуешь нормально, да? Не сказать, что я кайфую. Больновато где-то. Но зато потом будет тепло. Хорошо. Сейчас еще мед предстоит, я вообще настраиваюсь. Ой, мед, да, это болезненно. Ну, там же недолго, да, мы будем? Недолго. Где мед должен вспениться до такой серой массы, серый, да, ты знаешь, да? Угу. Там вот это выходит всякие шлаки. Угу.
уже, да. Видишь, подействовало. Да. Как здорово, что все работает, да? Да, система-то работает.